Всем привет, с вами Аня, мастер ногтевого сервиса. И тема сегодняшнего видео – стемпинг. В последнее время все больше и больше набирает популярность именно данный вид дизайна, так как это сокращение времени, это простота использования, вам не надо кучу разных приспособлений, вам необходимы всего лишь диски, штамп, скрапер и лаки для ногтей. Лаки лучше использовать специализированные под штампы, например, как Желаклор с Champion Nail Art. Они отличаются своей консистенцией, они быстро сохнут. Также они имеют более пигментированную структуру. Ну и также производитель уже проверял, работают ли они со штампами. Штамп представляет собой такую вот пластину с гравировкой. Чем качественней гравировка, тем лучше у вас будет рисунок. Сегодня в видео я вам покажу три пластины от компании Puyin. Это американская компания, они производят очень качественные штампы, а также в этой компании очень красивые и качественные рисунки. Штамп у меня от компании Conat. Я покупала его в таком мини-наборе, штамп вместе со скрапером. Правда, скрапером я практически не пользуюсь. Я пользуюсь обычной пластиковой картой. И также сегодня в видео будет небольшое сравнение лаков для стемпинга от Желаклор и Conat. У меня от Conat есть белый и черный, а от компании Желаклор у меня есть такой вот серебристый и морковно-красный цвет. Продемонстрирую вам по несколько рисунков, буду показывать на своем ноготочке. Стемпинг – это отличный способ сократить время и сделать красивый дизайн любому вашему клиенту, а также на дому, если вы делаете маникюр сами себе. Это действительно сокращает время, плюс очень часто мастера сталкиваются с такой проблемой, что либо не умеют рисовать, либо какие-то рисунки слишком сложные. То есть, к примеру, вот такой рисунок сделать самому можно, но это будет долго и сложно. А при помощи стемпинга вы нанесли лак, распределили, перенесли рисунок, все, дизайн готов. Также мастера маникюра, многие сейчас очень часто пользуются стемпингом как подложкой. То есть мы переносим рисунок на ноготок и уже далее прорисовываем теми, например, гель-красками, которые вам необходимы. Это тоже сокращает время, это удобно в работе. Также можно делать очень легко и быстро литье при помощи такого дизайна. И от вас не требуется каких-то особых навыков в рисовании. И сегодня я вам покажу пластины под номером 77, 31 и 55. И для демонстрации я возьму вот такую вот пластину. Здесь рисунок нанесен полностью на всю пластинку. Вы можете выбрать, кстати, рисунок, который вы хотите отдельно, к примеру, вот сердечки. И на этом рисунке будет хорошо очень видно, насколько качественный сам диск. Наносим лак, быстро распределяем. Берем штамп и переносим на ноготок. Насколько вы видите, все очень четко перенеслось. Действительно, гравировка отличная. Смотрите, если вы работаете при помощи гель-лака, то, что попало вам на кожу, убирать нет необходимости. Вы после перекрытия топом, когда будете снимать липкий слой, вот этот весь рисунок на коже, он сотрется. И теперь я вам покажу, как стемпинг наносится при помощи лака Желаклор. Очищать вашу пластину довольно легко. Вы берете жидкость для снятия лака, пропитываете им вашу губочку.
и хорошенько вытираете. Если гель-лак въелся, вы можете немного вот так вот промокнуть диск и аккуратно убрать остатки. И я также продемонстрирую вот такой вот цвет, металлик. Думаю, что цвет очень универсальный, он подойдет под практически любой цвет лака, гель-лака. Если честно, по дизайну получается немного похоже, вот как есть серебряное литье, но есть литье матовое, такой вот серебряный, серебристый матовый. И сделаю небольшое сравнение лака для стемпинга от Conad и Желаколор. На примере, то есть Желаколор 10 мл. Производство Англии. Также эти лаки считаются Big Three формула, то есть он не содержит трех одних самых опасных компонентов. И если сравнивать консистенцию, то лак Conad, он такой как немного кремовый, но тоже жидкий очень сильно. Но Желаколор более жиже. И что я вам скажу? Я довольна качеством пластинок. Думаю, буду приобретать другие пластинки, другие цвета, также лака. Это действительно отличный способ сэкономить время и сделать красивый креативный дизайн вашему клиенту. А стемпинг действительно экономит уйму времени, помогает мастеру не потерять клиента, потому что все больше и больше клиенты выбирают мастеров, которые умеют рисовать, которые умеют делать какие-то креативные дизайны, неповторимые дизайны. В данной марке есть также большие пластинки, но и пластинок на вот таких вот кружочках различных дизайнерских решений там тоже очень-очень-очень много. Также можете посмотреть мои первые впечатления об этой продукции в моем видео «Открытие коробочки». Если у вас первого раза не получилось сделать качественный и красивый стемпинг, не расстраивайтесь. К нему немножко нужно приловчиться, почувствовать. Любой материал необходимо почувствовать. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас первого раза не получилось. Задавайте свои вопросы, я думаю, я смогу вам помочь. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Ставьте лайки и пока-пока!